впервые на этот конкурс поехала русская исполнительница Маша Кац в 1994 году. Давайте посмотрим, как это было тогда. Yeah.
Конечно. Запрещали говорить Путину на своем языке. Для того, чтобы продемонстрировать свою страну, ее музыкальность, ее язык. Чтобы страна была, ну, страной в полном смысле слова. Ведь что произошло, когда появился английский язык как общий? Действительно, песни стали понятнее. Но зато эта самобытность потихоньку уходит. Нужно как-то пытаться другими средствами ее на сцене воплощать. Давайте еще раз посмотрим на минуту, когда Дина Гарипова стала лучшим голосом страны.